Ну, вот вы знаете, Леон говорит, может, ты чего хотел сказать? Я говорю, хотел, конечно. Мужик к врачу прибегает, говорит, доктор, у меня жуткие две проблемы. Доктор говорит, давайте по очереди. Первая какая? Первая, доктор. Доктор, первая, я вот к жене пристаю день и ночь. Вот день и ночь к жене пристаю. Ну, тот говорит, да, это проблема такая, что мы ее успокоим. Дадим таблетки, успокоим. А вторая какая? А вторая, доктор, я такой врун. Ну, и, ну, есть обратная сторона медали. Это когда женщина приходит и говорит, доктор, у меня с мужем проблемы, ну, что-то он совсем на меня внимания не обращает, может, что-нибудь новенькое есть, кроме Виагры. Доктор говорит, ну, есть у нас, но еще и не патентованное лекарство, мы его не продаем, я вам дам таблеточку, но только одно условие, через буквально 24 часа вы у меня, потому что я рисковать не буду, в тюрьму посадят. Она говорит, да что вы, доктор, я вас не подведу. Через сутки прибегает, говорит, доктор, вы волшебник. Вот, вы знаете, вот не успел таблетку проглотить, пристал ко мне два раза. Потом вечером 4 раза, ночью 3 раза, днем на следующий день 4 раза и вечером 2 раза перед смертью. Вот. Я почему хотел вас поздравить там со всеми прошедшими праздниками, вот, потому что там, ну, не видели же давно. Ну, во-первых, в прошлом году что было? Аллу Борисовну замуж удачно выдали. Хорошего парня нашли. С жильем. Все. Вот. Филипп молодец, всех удивил. Раз в полгода по ребенку. Тоже мы дураки старинным детским способом, а вот. А что-то новое. Молодец. Что говорит? У Иосифа Давыдовича был юбилей. Шикарный юбилей, мы все участвовали. Ну, что еще? А! Я еще рассказывал, как, может, кто не слышал. Вот. И я, значит, звоню позапрошлом году, потому что в прошлом юбилей неудобно было. Я позапрошлом звоню, ну, чтобы чуть-чуть пошутить, там что-нибудь придумать. Ну и не он отвечает, женский голос. Женский голос услышал и говорю, извините, здравствуйте, Иосиф Давыдович, можно? Женский голос говорит, нет, нельзя. Я говорю, это вы, Нелечка? Здравствуйте, дорогая, я вас поздравляю. Она говорит, это не Неля, жена. Я говорю, ну да, а кто? Лена, это его помощница. Я говорю, Леночка, много о вас слышала. Спасибо вам, что вы за Иосифом Давыдовичем следите. Дайте ему трубочку, потому что мне некогда. Она говорит, а нам тоже некогда. Я целый день принимаю эти вот поздравления. Вы говорите, кто я запишу? Я говорю, запишите. Юлия Вениаминовна Медведева, мама Дмитрия Анатольевича. Она говорит, ой, вот он идет со сцены. Ой. Ну и видно, ему сказала. Иосиф берет трубку, говорит, для меня большая честь, что вы мне, простому артисту, позвонили в день рождения. Спасибо вам большое. Я говорю, это для меня большая честь, потому что я, Иосиф Давыдович, выросла с вашими песнями. И благодаря вам вырастила хорошего мальчика. Иосиф говорит, мы любим вашего мальчика. Я говорю, тогда давайте споем мою любимую песню. Не думай о секундах свысока. Он так послушал, говорит, винокур, убью, сволочь. Вот. Так что это были. Ну, может, кто не помнит, я просто со львом связан, с Лещенко. Он все анекдоты лев мне рассказывает. Особенно такие вот. Свеженькие сейчас. Это не анекдот, это тоже быль. Мы со Львом ездили в Германию давно еще. И, значит, купили одинаковые башмаки, такие лакированные, чтобы на концерт выходить. Но учесть, если что, у него 44-й, у меня 42-й. Вот. Я взял и поменял. Ему в коробку положил
два левых. Ну, у него 42-й, 44-й, два левых. А себе два правых. Ну, думаю, приедем в Москву, я, признаешь, подменил. Летим в самолете. Лева говорит: о, немцы, законопослушные люди. Странная история. Я вот в гостинице раскрыл коробку. Смотрю, два левых на одну ногу. Один 44-й, другой 42-й. Понимаешь? Хорошо, я пошел в магазин, мне обменяли. У меня теперь два на всю жизнь. 42-й, 44-й, правый.